Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим познакомить вас с книгами о русском национальном герое Александре Невском. Изданные различными издательствами в разные годы, они рассказывают нам о великом русском полководце, мыслителе, правителе и, наконец, святом, особо почитаемом в народе. Сергей Баймухаметов. Александр Невский – спаситель русской земли. Издательство «Острей Олимп». В книге рассказывается о совместной борьбе Александра Невского и хана Золотой Орды против католического нашествия. Усилия Александра Невского, сумевшего объединить северо-восточную Русь и добиться союза с Золотой Ордой. Ради этого союза он стал приемным сыном хана Батыя. Автор-составитель письменный. Житие Александра Невского. Издательство Ripple Classic. Книга рассказывает об одном из самых почитаемых на Руси святых – Александре Невском, жизнь которого наполнена духовными и ратными подвигами, оказала определяющее влияние на развитие русского государства. Самое трудное для Отечества время он сумел доказать латинскому миру, что, несмотря на всю тяжесть татарского ига, Русь в состоянии защитить свою самостоятельность и православную веру. Александр Торопцев. Рюриковичи. Становление династии. Издательство «Олма Медиа Групп». Из нее мы узнаем, как развивалось и набирало силу древнерусское государство, начало которому было положено объединение двух главных центров восточных славян – Киева и Новгорода. Александр Мясников. Рюриковичи. Смутное время. Книга охватывает период от времени смуты до завершения эпохи Рюриковичей и начала эпохи Романовых. Прекрасно изложен материал о самом непростом периоде нашей истории. Много хороших иллюстраций. Книга выпущена издательством «Веча». Юлия Школьник. «Полководцы России. Полная энциклопедия». Выпущена издательством «Эксмо». Энциклопедия прославлена военачальников, талантливых полководцев. Удивительное, уникальное издание.